Прямо сейчас мы находимся в самом сердце приемной кампании Казанского федерального университета. Именно здесь ежедневно проводят время обучающиеся вузы. А для тех, кто только планирует поступление, совсем скоро стартует трехдневный марафон, на котором можно будет узнать полезную информацию, а также задать интересующие вопросы. Обо всем подробнее расскажем далее. 27 февраля Казанский федеральный университет запускает онлайн-марафон, автором идеи проведения которого выступил Департамент по информационной политике вуза. В его рамках будущие студенты и их родители смогут узнать об интересных и уникальных направлениях обучения, условиях проживания, насыщенной студенческой жизни, а также познакомиться с теми, кто проложит дорогу в будущее, с ведущими специалистами вуза. Встречи с абитуриентами пройдут онлайн в официальном паблике Казанского федерального университета на платформе социальной сети ВКонтакте. Было решено проинформировать будущих абитуриентов нестандартно, в то же время максимально удобно. Во время прямого эфира ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Александр Бибик расскажет о нововведениях, а представители институтов и юридического факультета об интересных и уникальных направлениях обучения и о том, как правильно подготовиться к вступительным испытаниям. В онлайн-формате абитуриенты смогут задать интересующие их вопросы и получить на них ответы. Каждый год, как правило, приемная комиссия вуза внедряет нововведения, которые помогают улучшить процесс поступления, а в дальнейшем и процесс обучения. На сегодняшний день неизменным остается одно – дата начала приемной кампании для граждан Российской Федерации – 20 июня. В этом году подача документов в Казанский федеральный университет возможна через портал госуслуги Российской Федерации, суперсервис поступления в ВУЗ онлайн, социально-образовательной сети «Буду студентом» лично, а также через почту. Абитуриентов волнуют абсолютно разные вопросы, потому что каждый абитуриент уникален, и вот как-то в общую массу не совсем возможно скомпоновать. Кого-то интересуют олимпиады, кого-то интересуют льготы, кого-то интересует целевое обучение, кого-то интересует будущая профессия. И уже абитуриенты смотрят гораздо дальше, чем просто обучение. Обновленный формат онлайн-марафона позволит абитуриентам сделать правильный выбор и качественнее подготовиться к периоду поступления. Во время онлайн-трансляции все желающие смогут задать интересующие их вопросы. Ежедневно из них будут выбирать три самых запоминающихся. Абитуриенты смогут не только узнать о специфике поступления и обучения на приоритетных для них направлениях, но и получить приятные бонусы в виде мерча Казанского федерального университета. С графиком проведения встреч можно ознакомиться в официальном паблике Казанского федерального университета в социальной сети ВКонтакте. Поступление – ответственный и очень волнительный этап для абитуриентов. Именно поэтому Департамент по информационной политике совместно с приемной комиссией Казанского федерального университета делают все возможное для того, чтобы каждый желающий смог стать частью большой семьи вуза. Совсем скоро в стенах нашего университета появятся новые студенты. Мы надеемся, в их рядах будешь именно ты. Анна Климанова, Кристина Отекина, Универ Новости.